Итак, всем привет, с вами я, Артём Петров, и это очередная серия игры Cities Skylines. Продолжаем строить унылый город Сероуныньск. В предыдущей серии мы построили почему-то такой вот успешный по просмотрам район на Бугре. В этой серии будет уже видно, что будет, потому что даже невооруженным взглядом видно, какой пустой все-таки город. Какое-то образовывается, какое-то кольцо, что ли, я не знаю что. В общем, в этой серии будем заделывать дыры посреди всего этого района, всего того, что происходит. Ну, в принципе, в городе уже довольно-таки давно уже накапливаются все эти дыры, пробелы и все такое, что тут надо уже заделать, потому что все-таки город должен быть более-менее полноценным. Вот. Значит, строить я ничего копировать не буду, ничего такого это самое не делать, поэтому, в принципе, просто какой город, такие вот дома, такие районы, такое вот это вот все, все эти массивы. Фух. Вот, значит, в этом месте, это значит, у нас будет район возле этой ЖД-станции. Тут логично, логичнее всего будет построить какой-нибудь интересного района, такого интересного рода квартал. Такого типа, что будет образовывать, значит, какой-нибудь что-то наподобие рынка или типа того. То есть, как бы вокзал. Ну, это ну, как бы не основной вокзал, но в принципе станция внутригородская. Это очень, так сказать, важный объект стратегически для города. А уж тем более для того, чтобы, так сказать, манить деньги на людях. Поэтому чего бы нет, почему бы тут не поставить такой вот неплохого вида, значит, станцию. Нет, станция стоит, не поставит рынок. Значит, вот такой вот район будет за рынком будущим образовываться. А вот тут уже на асфальте вот таком вот будет образовываться сам рыночек порешал. Вот, кстати, не знаю почему, но напишите, чем вам реально интересен этот сезон. Что вы хотите из него увидеть в итоге, реально чувствуете ли какую-то тоску ныне при просмотре его, при просмотре видео по этому сезону, и в целом, как насколько это все вам сильно-то интересно. Вот, ну, в принципе, я все закрасил асфальтом, провел, поставил кучу дорожек, поставил кучу, значит, лядьков, в принципе, выходит довольно-таки неплохая картинка из этого всего. То есть, получается, некоторые, так сказать, павильоны, палатки и прочая тема, которая сопутствует развитию рынка. И, в принципе, хорошо развивать территорию возле всего этого вокзала, поэтому тут хочется немножечко еще... Ну, есть такая идея загородить тут территорию, потому что у меня тут заборы есть интересные. Как бы хорошо они огородят территорию насыпи от, значит, как его называется, от ЖД-путей. Как бы тут не совсем... Ну да, в общем, вы поняли. Надо как-то оградить одно с другим, чтобы не смешивалось, не создавалась куча мала и все такое. Вот. Но оказалось, что этот забор очень мелкий. Ладно. Ну, как бы фиг с ним, но, в принципе, он тут все равно подчеркивает такую архитектурную продолжительность. Далее, этот район. Он тут с первой, по-моему, серии стоит нетронутый. Я его решил таким вот образом продлить. То есть, дома тут все будут одного цвета, с одной стороны. Но, с другой стороны, будет вырисовываться какой-то интересный рисунок из них. То есть район тоже не совсем таки пригоден к жизни, но все равно он вырисовывает такую вот картинку, значит, такого вот тоже пригородного района, который тоже как давненько уже был тут стоит, формы, да? Ну, значит, такой вот район. Придумайте название в комментариях сами. Мои полномочия, все. Так сказать. Ну, в общем, не знаю. Просто район хочется видеть таким, чтобы он был немножечко не такой, не совсем в своей тарелке. Немного все портил. И тем самым, так сказать, все равно продлевал город. Как бы это как бы не совсем заделание дыры, но все-таки район должен быть красивым. Таким. Ну, логично, продолжаем им во всей этой красе. Тут я, кстати, поставил школу в этот пустырь. Но, кстати, я не знаю, школа ли сталинская или какая-то новостройка. Закос под Сталинку. Не знаю, понятия, честно, не имею. Напишите в комментариях, смотрится она тут или нет. Но район я тут продлил более-менее, то есть уже выглядит неплохо. То есть тут такая вот улица из коммерческих, значит, этих самых домов. Ну, из коммерции в основном. И, может, даже рабочие вот этой всей темы. И, в принципе, выглядит таким вот интересным способом. Вот. То есть, кое-как соединяются реальностью с остальным районом, то есть тут еще будет как бы трамвайка, тут я думаю еще поставить тоже какую-нибудь школу, то есть уже более такого понятного типа.
Ну и еще здесь стоит еще построить такую вот, ну то есть еще будет, так сказать, дополнение трамвайными остановками этого перегона. Вот. Построить тоже, с другой стороны, как это будет выглядеть, то есть это будет, так сказать, промежуточная территория между высотками, коммерцией некой, тут школа и еще вот эти вот интересного рода дома. Также здесь будет тоже очень необычный район для всего этого строительства, как бы с одной стороны. Но с другой стороны тут, ну, может быть он спорный, может быть он кому-то даже не понравится. То есть тут можно было что-то построить, все что угодно, но не это. Но я видел в этом вот такую вот картину. То есть здесь будет стоять какой-то относительно, так сказать, социалистического города советского. Ну, как бы это не советский сезон, но все-таки развивался, большая часть города развивалась при Союзе. Ну, это понятное дело, логично. Вот, но здесь хочется такое вот видеть именно. Ну, району я уже придумал название, ему соцрай, но назвать районы пока что не буду, потом этим займусь. То есть тут такая будет набережная небольшая, которая создаст такую вот неплохую картину для вот этого вот всего прогулочной зоны всей. Вот. И осталось тут поставить дома, чем я сейчас уже занялся. Вот. То есть дома очень сильно плотно находятся друг к другу. То есть тут такая площадь такая прогулочная. Тоже закончу это все с деревьями, сделаю. В целом хорошо продлевает. И рядом хорошо вписываются вот эти вот две высотки, которые тут будут, так сказать, находиться. И тоже дополнять весь этот район и все то, что тут происходит. То есть как бы в этом логика есть. А вот в этом квартале что строить, я пока не придумал. Может быть, потом что-нибудь поставлю. Не знаю. Или вы напишите. Может, у вас есть идеи получше. Ну и заодно я меняю некоторые, ну так сказать, пути трамвайные на пути, на которых можно будет поставить остановки. И как раз-таки этим и занимаюсь. То есть заполняю, ну ставлю остановочные пункты, чтобы тут тоже соединить город с вот это вот, так сказать, ну, соединить новострой, новодел с этим городом. Вот, выговорил, наконец-таки. Вот. Здорово. Также здесь продолжаю тематику того района, то есть это из соседних домов построил вот этот вот квартал, в принципе, выглядит неплохо. Даже походит на что-то. Уже разметил какую-то будущую сетку, будущую, так сказать, тему эту. И заодно решил продлить, значит, водонасосную. Ну, то есть водокачку, водоканал, все что угодно, ну, как и называется. То есть это тут продолжает такое вот зазаборивание, как бы да. То есть с другой стороны тут просто надо как-то расширять, потому что и так уже не сильно-то и много находится у меня, значит, этих... Чё я несу? В общем, не хватает воды для города, поэтому я и продлеваю вот эту вот территорию. И в принципе она будет уже выглядеть неплохо относительно трамвайных путей. Как бы да, с кольца, может кто-то скажет, что с кольца лучше пускать дорогу, а не трамвайку одну. Но пока я сделаю так, потому что хочу. Потому что в этом вижу больше смысла. Трамвайку, кстати, пока что не знаю, куда выводить, но может быть там что-то будет интересное, но пока не знаю что. Пока не знаю, как это сделать, но просто есть примерные очертания идеи. Но чего-то конкретного пока еще нету. Ну, пока водой занялся, я еще решил провести... трубы эти сами, чтобы вода была в этих домах. Вот, так что получается уже даже неплохо, особенно вот эти вот все горизонты. Вот. Также вот такая вот интересная тема тут происходит. Это значит, центр этой всей дыры я заделал под вот такой вот неплохой, интересный, значит, квартал, дорожную такую вот развилку. Это будет у нас автобусная конечная внутри этого квартала, внутри вот этого всего продолжения банкета. То есть тут такие вот неплохого вида девятиэтажки будут находиться, может быть, немножечко веселоватые для всего этого. Но они все равно неплохо продлевают город, неплохо его, так сказать, делают более бесконечным. Тем самым вырисовывается неплохая картина для вот этого вот всего. То есть тут будут покатушки, тут будут облеты, тут будет все что угодно. Ну, не знаю. Вот. Ну и заодно пускаю автобусы. То есть серия еще не только про строительство, но и про маршруты. Потому что автобусы тут давно уже намечались интересные, значит, это соединение нескольких кварталов от конечной до конечной, то есть это будет маршрут от конечки троллейбуса самого первого, будет идти по основным магистральным, ну потому что первый маршрут, логично, ему идти по основным магистральным, вот, и будет идти до вот этой вот новоиспеченной конечки, то есть это как вот, примерно так это будет выглядеть, вот.
То есть уже неплохо, уже хорошо довольно-таки соединяет город с остальной территорией. Тем самым образуется неплохой вид на всю вот эту картину. Вот. Даже сам не привык к этой всей дорожной развязке, так что довольно-таки неплохо получается. Вполне себе, ну, тот самый первый маршрут, который заслуживает иметь цифру 1. Вот, перекрашиваю линию под такой цвет и пускаю. В этом городе будут исключительно еврохлам. То есть, это будут Мерседесы, ОЗ, вот эти вот, ОЗ-305, 405, вот это вот. То есть, они хорошо будут дополнять город, как бы логически. Потому что город уже с давних пор, так сказать, более под красоту навеян. То есть, вот таким вот образом это будет все выглядеть, если бы не лагало. Вот такой вот красавец, так сказать. Вот, то есть, уже будет неплохой видок на все это. Ну, тем самым город уже соединится со всякими там отдаленными районами, и тем самым уже будет неплохо выглядеть. Вот уже тоже 305-й автобус. Тоже не самый урод. Довольно-таки хорошо будет выглядеть. Пролеты прикольные, нравится. Как будто реально транспортник. Вот, также тут построил район возле предыдущей серии, так сказать. То есть тут уже будет довольно-таки высокоэтажная застройка. Вот такая вот из неплохих домов, относительно свежих. То есть такие с балкончиками, с неплохими вот такими видами и неплохой текстурой их, этих домов. То есть неплохо все это выглядит, хорошо образуется и вырисовывается даже неплохая картина. Вот. Ну, в принципе, да, нормально. Также решаю еще пустить, по-моему, второй маршрут. Надеюсь, да, это второй, мне кажется, маршрут. Он будет от соцрая. Я не помню, называл этот район как-нибудь пока что. Ну, на серию не называл, но, короче, я уже знаю, как его будут называть. То есть от этого соцрая будет идти мимо конечки первого автобуса, проезжать внутри этого всего квартала, этой всей Катавасии, заворачивать на основную магистральную, такую вот, проезжать мимо этих торговых центров, где вот эти вот все... В общем, дорога основная такая, вот, относительно основная, проспектная, и будут доезжать до станции, то есть... Такой будет тоже такой сильный, серьезный маршрут, который, так сказать, дополнит город вот этой всей территории. Ну, то есть соединит неплохо. Может быть, да, может быть, немножечко странно, но в целом меня это устраивает. То есть хорошо дополняет, хорошо делает город более дополненным, логично. Ну, разворачиваться будет он внутри квартала по кругу, чего бы нет. Да, это второй маршрут, пускай тоже на него еврохлам. Думаю, другого ничего нет. И, кстати, из троллейбусов у меня почему-то ходят зиушки. По-моему, В, Г, что-то старые. Я думаю, их тоже заменить на Шкоды 14ТР, которые такие вот, которые у меня были в самом первом сезоне. Вот. Ну, пока что планы, пока что мысли, но пока что еще много о чем стоит подумать. Ну и пускай третий маршрут, который будет тоже интересно соединять. Ну, так сказать, гринделка, то есть он будет от конечки первого автобуса и троллейбуса идти до, ну, мимо троллейбусного депо временного, мимо новостроек, через вот этот вот ужасный микрорайон, мимо парка, будет идти тоже на, по этому главному проспекту, мимо, значит, мимо чего, уже до этого всего района, то есть чем-то будет дублироваться с троллейбусом, но сзади. Так сказать, в тылу помогать маршрут будет. Ну и разворачиваться при привычном месте, третий маршрут. А и транспорта тут, думаю, сильно много не стоит. 4,305 сойдет. То есть вполне себе. Ну и четвертый маршрут будет от новоиспеченного района, будет идти вокруг него, как бы от вокзала, от станции до... мимо, значит, троллейбусного разворота, мимо первой станции, то есть смысла уже в... ЖД-путях смысла не сильно много. Дублируя троллейбус пока что, но поворачивая на мост через вот эту вот территорию. То есть так, немножечко заезжая. То есть маршрут уже больше гринделка, чем какой-то магистралка или какая-то там напрямик проезжающая тема. Не знаю. Вот. Думаю, как тут пустить по-интересному, но пока что пущу по магистралям. Ну, разворачиваться он будет здесь вот. То есть как бы не вокруг соцрая, но возле этой площади. То есть неплохо выглядит. Ну, это четвертый маршрут у нас будет. Того же цвета, тот же транспорт, ничего нового, но интересно. В общем, добавляю.
Не знаю, какие еще мне, может быть, автобусы добавлять на маршруты, какие еще что найти. Ну, в принципе, думаю, что все на этом. Осталось мне провести дворовые территории какие-нибудь примерные. То есть, как всегда, очень увлекусь строительством, значит, самих районов, но как только дело дойдет до их подключения к дорожной сети, к всей этой теме с этим самым, ну, с прокладкой дорог, с прокладкой всего этого, сразу возникает проблема, то, что это очень муторно, убил на это много времени, но все-таки закончил. То есть такой тут будет квартал со сквером, тут тоже все это соединено, парки проложены, деревья, да, деревья тоже уже проложил, значит, проложил деревья, да, спасибо. И в целом осталось подождать, когда вода все это подключит и все вот это вот. Так что, в принципе, серия получилась интересной, и давайте посмотрим на финальный облет. Вот уже, вот, все. Смотрим финальный облет, который будет очень даже красивым. Ну вот, черный экран, всем спасибо за просмотр. Пишите, что мы построим в следующих сериях, оставляйте комментарии. Пишите, что мы строим в следующих сериях. Хотя планы у меня примерные какие-то есть на предыдущую, ну, на следующую серию. Да, план на предыдущую серию, спасибо. Вот. Ставьте лайк, подписывайтесь. Насколько вам интересен этот сезон? Почему-то этот сезон интересен, чем предыдущий, красивый. Понять не имею, почему. Но в целом, распространяйте видео и рассказывайте про меня своим знакомым, друзьям, близким и всем прочим людям. Ну, можно и животным тоже рассказать. Вдруг прокатит. Ладно. Ну, думаю, все сказал, все показал. Ну, и в целом, все. Движемся дальше. Строим наш самый унылый город на русском Ютубе. И радуем, так сказать, думеров. Или кого-то там еще. Ладно, все. Все сказал. Все, давайте.